У нас уже есть онлайн, и это журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий. Да, привет, а вас как зовут? А меня зовут Артем, мы почти тезки, почти. Почти тезки? Можно сказать, что и совсем тезки, потому что меня тоже многие зовут Артем, и я совершенно не против. А меня крестили Артемием, так что в целом можно, да, и считаться тезками. Последняя, наверное, такая большая новость, связанная с миром музыки, и такая, может, небольшая, но громкая, по крайней мере, это то, что певицу Монеточку объявили в розыск. Понятно, что каких-то, наверное, практических эффектов от этого не будет. В Литве, где живет Монеточка, ее никто выдавать России не будет. Но все равно это какой-то следующий шаг в исполнении российских властей или просто бюрократия автоматическая, что она не ставила вот эту плашку иноагента, и они там бездумно как-то ее подали в розыск. В общем, стоит ли копаться в этой новости? Я не знаю, в общем-то... История, конечно, не то чтобы очень важная и серьезная, поскольку думаю, что Монеточка была к этому и морально, и физически готова. То есть вот все иноагенты, я в том числе, они по-разному относятся к этим плашкам и к тому, вообще следовать или не следовать требованиям Министерства юстиции. Их решение на этот счет зависит от разных факторов, но в первую очередь зависит от того, как бы готов ли данный иноагент сжечь все мосты назад в Россию. Ну, естественно, если там не произойдут какие-то радикальные изменения. Вот. И готовы ли они, значит... Все связи с некогда родной стороной, значит, похерить. Кто-то к этому относится очень спокойно. Это и политики, и журналисты, и музыканты, и писатели. Я знаю таких людей. Вот. Это, как правило, люди, которых в России не осталось ни близких родственников, ни какой-то ценной недвижимости или там каких-то коллекций или там чего-то еще. Вот, в общем, которые уже достаточно основательно перебрались за рубеж, вот, и отбирать у них нечего. И вредить, опять же, каким-то остающимся в России родственникам, близким друзьям и так далее. Вот. Опять же, значит, таких вот уязвимых людей нет. По всей видимости, у Монеточки ситуация именно такая. Поэтому ей совершенно все равно, станут ее преследовать уголовным образом Российской Федерации или не станут. Есть люди, которым не все равно. Вот, скажем, у меня в России остались старшие дети. Вот. И это, конечно, в общем-то, определенное, это создает определенные проблемы. Не столько для меня, но, естественно, для меня, как для родителей тоже, но в первую очередь для этих самых детей. Вот, потому что иметь отца, который, значит, находится в розыске и вообще, значит... Экстремист? Ну да, экстремист, что-то там еще. Я, честно говоря, не очень разбираюсь во всех этих деталях. Вот, естественно, вряд ли это им будет как-то помогать по жизни. Ну, вообще, по этой плашке иноагента я заметил, что люди как-то даже иногда активно следят за тем, кто что и как ставит, потому что вот у Юрия Дудя в последнем его ролике он убрал эту свою плашку из видео, и сразу множество комментариев появилось из разряда «Наконец-то, Юра, давно пора, молодец», и так далее. В общем, его аудитория рада тому, что он принципиально вот убрал эту плашку. То есть, как будто бы это тоже какой-то посыл имеет. Ну, естественно, без плашки лучше. Естественно, это противно, до некоторой степени унизительно, да и выглядит не очень эстетично. Вот. Но я, тем не менее, плашку ставлю по той причине, которую только что изложил. Точно так же и примерно по тем же причинам
плашки ставят и некоторые другие мои друзья, знакомые на агент, в частности, Андрей Макаревич. Вот. И еще целый ряд известных людей. И это вовсе не потому, что мы стучим ножками перед Министерством юстиции, а потому что мы испытываем чувство ответственности перед некоторыми людьми, которые, в отличие от нас, остаются в России и могут там подвергнуться репрессиям. Мне еще кажется, в этом плане несколько символично, что именно Монеточка стала вот этим таким объектом интереса Министерства юстиции, потому что, учитывая в последнее время такое активное вмешательство России, государства российского в политику рождения детей, движение, не знаю, сколько можно назвать движением, Child Free, внесено тоже в список экстремистских, при этом Лиза Монеточка, она очень активно делится своей материнской жизнью в Инстаграме, в своих социальных сетях, и я часто видел такое мнение, что вот чуть ли, что социальные сети Монеточки — это лучший аргумент за то, чтобы стать родителями, потому что она показывает вот такую неприторную, но при этом милую и светлую часть родительского опыта. И поэтому, мне кажется, это символическим, по крайней мере, что с одной стороны Россия борется как бы за свою демографию, а с другой стороны вот мы уголовно преследуем такую одну из самых известных мам в российском искусстве современном, по крайней мере. Ну, в общем-то, вы, Артём, тут абсолютно правы. У Лизы на самом деле двое маленьких детей, и она очень заботливая мама. И естественно, в поведении и российской бюрократии, и российских каких-то надзорно-репрессивных органов можно наблюсти огромное количество идиотизма, противоречий и нестыковки с какими-то декларируемыми ценностями. Это далеко не единичный случай. Еще одна тема, которую я хотел с вами обсудить, вы уже частично давали. Фу, блядь! Добрый день, друзья и недруги. Я оставил еще один фрагмент интервью недавнего иностранного агента Артемия Троицкого. И еще раз хочу проговорить, что у этого журналиста, у этого общественного деятеля, у этого оппозиционера, у этого иностранного агента нет никакого морального права давать оценки музыкантам, в том числе. Потому что мы сейчас не говорим о его литературном даре, о каких-то его талантах, мы просто говорим о нем как о человеке. И как о человеке о нем достаточно известно, в том числе и в рок-тусовке. Я даже не буду упоминать фрагменты из разных мемуаров, где говорилось о его сотрудничестве с чекистами, потому что там это требует доказательств, там его слово против слов мемуаристов. Но то, что касается очень известного скандального письма властям, то доказательств там никаких не требуется, это письмо просто есть, и люди помнят это. Я сам, правда, к стыду своему узнал об этом не в те времена, когда замахнул этот скандал, а всего лишь в 2012 году, когда в день рождения Виктора Цоя пригласил в эфир своей передачи «Правда-24» на канале «Москва-24» Александра Борисовича Градского. Человека, у которого заслуженно был титул отца советского рока или родителя российского рок-н-ролла. Он сам это не любил, титул, но песня совсем не о том. Так вот, он там, говорят о том, как пытались обсудить музыкантов, упомянул вот это письмо, о котором я не знал, повторюсь. И выяснилось, что да, такое вот письмо было. Я оставлю просто, чтобы не быть голословным, отрывок нашей беседы с Александром Градским. И после, это был прямой эфир, еще раз повторю, в день 50-летнего юбилея Виктора Цоя, и после этого мы поехали после записи домой к Саше, там собралась небольшая компания, в том числе людей близких Виктору Цою, и по следам эфира мы там
полемизировали, потому что очень тяжелая получилась передача. Она была как бы датская, то есть привязана к какой-то дате. А Саша все время уходил в сторону. Мне приходилось без конца его перебивать, возвращать вот в канву разговора, то есть говорить об юбилее. Это, естественно, на зрителей произвело не самое лучшее впечатление. Да? У этого ролика там градские, в общем, там, миллионы просмотров и тысячи наездов на... Не только на Градского, в основном, конечно, на меня. Вот, потому что я, повторюсь, все время перебывал. Но, сейчас мы в сторону опять уходим, песня совсем не о том. Потому что вот мы обсуждали этот прошедший эфир там, в течение 3-4 бутылок коньяка. И говорили, конечно, и об этом письме, потому что меня он застал врасплох во время этой беседы. И, там очень многие люди помнили, ну, сидящие за столом, это письмо, и говорили об этом, и давали соответствующие оценки троицу артиллерии. Не как музыковеду, не как писателю, не как журналисту, а именно как человеку. Поэтому я еще раз повторю то, с чего начал, оставляя вот этот очередной фрагмент его интервью. Я обязан просто артикулировать, что у него нет морального права давать кому-либо оценки, потому что он сам кончен. Когда нас пытались поссорить с молодежью, вот с этой, и с Соем, прямо и вот пытались поссорить. Пытались, это было очевидно. Но было письмо знаменитое в горком партии. Напомни мне, я... Ну, это я не буду называть фамилии авторов, они нет, живут до сих пор. Нет, назови фамилию авторов, а ну, что ты все знают. Такой? Ну, я вот не знаю, Саш. Да люди, которые смотрят эту программу, знают. Ну, не, ну ладно, ну скажи мне-то, я ж тебя прошу, ну что такое-то? Ну, тем более, если все знают, ну кто? Троицкий, что ли? Да, конечно, ты сказал, знаешь, как... А так, короче, а что, ну... что эти музыканты зажрались, заелись, угу. Сволочи, падлы, а мы истинные там хорошие. Угу. Я после этого в рок-лабораторию пришел, разнес всех там в щепки, мы подружились, выпили и все закончилось. Угу. Но ты знал, что это ГБшная вообще? Ну, конечно, это акция была ГБшная. Но дело даже не в этом, что это была акция ГБшная. Дело в том, что не удалось поссорить. Угу. Потому что я пришел к ребятам и сказал, мужики, вы только-только начали играть, и вам пока денег не платят, потому что вы играете хреново. Но через некоторое время вы научитесь играть лучше, у вас будет замечательная жизнь и прекрасные... То есть твой тезис, что платят хорошо тем, кто хорошо играет и хорошо поет? Да, и нет, так оно и получилось. Ну, Саш, так оно и вышло. Ну как нет? Но ну, так Саш, оно и вышло. Все, ну, кто был ты? Интересен, ну, все, правда. Кто был интересен, им стали платить. Саш, ну ты вот реально живущий гений. Ну что? Пацаны не извиняются.